Это как бегемотище такой. Вот. А ватушка вся внутри, да, одна, все подогнано до каждой штучки. Мне президент дома Маршака из Парижа приезжал. Кстати, Маршак считался круче Фаберже. Современником признавался. Но это современный президент же приезжал. А как, говорит, вы, говорит, там вот так вот, ручками, ручками. Ну, простенькое, но стильный такой этот. Хот-донки. Наоборот. Донки такое называют. Хот-донки. Ну, красиво, конечно. Эта тема, вот мы тут уже как снимали, но такая шуточная немножко. Сейчас. Это как бы шутки такие. Серия как бы. Ну, правда, все Кремлем все надстроено как бы, или там совмещено какие-то совмещения. Это совмещено там. Ну, то есть наложено друг на друга как бы. Здесь как бы плечо друга как бы поддерживает, чтобы не упало, да? Здесь, соответственно, вот такая русская душа в Париже. Да-да. Ну, такая шуточная серия. Можно столько наснимать? Можно. Ну, в принципе, вы правильно снимаете. Ну, я как... Оно стоит того, чтобы вот так показать. Конечно, конечно, конечно. А под хорошую музыку. У меня, естественно, на компьютере около десятка роликов есть, но там немножко с видео плохо. Музыка прекрасная, там композитор мне...